Приветствую всех читающих дома. Сегодня я расскажу о книге немецкого автора Фрауке Шойнеман «Агент на мягких лапах». Это первая книга из серии «Приключения кота-детектива». Главный персонаж – совершенно очаровательный британец, кот Черчилль, грациозный, в меру ленивый, живущий в доме профессора физики. Жизнь его размеренная, спокойная, пока он не встречается с 12-летней школьницей, девочкой Кирой. Да, еще момент. Повествование в книге идет от лица кота. Конечно же, есть детективный сюжет, но и немного мистики, поскольку в первой книге кот с девочкой меняются телами. Ну и как же все вернуть на свои места? Конечно, такой сюжетный поворот обещает комичные ситуации, которых будет в книге немало. А еще эта книга о взрослении, о трудностях в новой школе и о том, что первое впечатление иногда бывает обманчивым. В этой серии уже вышло 7 книг, и в них и у книг очень привлекательные названия: «Агент на мягких лапах», «Тайна еловых писем», «Сыщик на арене». А еще книги замечательно оформлены. Много рисунков котиков. И мелькают в книге часто фразы. Я так подозреваю, что это из кошачьего сленга. «О, святая когтеточка», «О, святые сардины в масле». В общем, я думаю, что эта книга будет интересна и подросткам, и взрослым. Это хорошая литература для семейного чтения. Ну и для тех, конечно, кто любит всяких агентов на мягких лапах. Желаю вам веселого чтения. Будьте здоровы!